там подразделении на вооружении находится два автомобиля. Первый – это автомобиль 43-31-14, АЦ-3240, год изготовления 2007. И следующий – это автомобиль АЦ-6040 на базе Урал 557, год выпуска 2022. Сейчас мы находимся у насосного отделения автомобиля АЦ-6040, где находится сердце пожарного автомобиля, это пожарный насос, водопенные коммуникации, наличие спецоборудования, необходимого для работы, пенобак, изготовленный из полиэтилена низкого давления, бак для перевозки воды тоже на 6000 литров. Данный автомобиль АЦ-6040 оборудован современным, эффективным пожарно-техническим вооружением и также оборудованием и инструментом, предназначенным для выполнения аварийно-спасательных работ и решать любые другие поставленные перед нашим подразделением задачи.